Кто-то, конечно, хороший, но он не готов сесть в автозак, а кому и Голгофа неплохо. Разница в принципе, только 5 слов. Русский военный корабль, иди нахуй. Голос из трубки спокоен, прерывист и глух. Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха. Дочка сегодня заснула в метро на полу. Русский военный корабль, иди нахуй. Если действительно хочешь для нашей земли что-то хорошее, вон огород перепахан. Зерна в карман положи, чтоб они проросли. Русский военный корабль, иди нахуй. Здесь возле арты чечен, белорус и казах. Тут верят в Будду и Ктулху, Христа и Аллаха. Новые фрески распишем на новых церквях. Русский военный корабль, иди нахуй. Этой империи нужен и Киев, и Крым. Может быть, я никогда не дождусь ее краха. Но будь уверен, мой правнук при встрече с твоим скажет, ты русский? Окей, иди нахуй. Я русский корабль, батарея. Предлагаю выйдем уже наша. Давайте по вам будем поэтому знак. Как будет ли мне прием? Русский военный корабль, иди нахуй.